Ребят, всем привет. Ну что ж, сегодня случилось нечто урашное. Короче, смысл такой. Я долго искал проблему решения вопроса, связанного с тем, что в Крыму почему-то, ну как бы, не работает ТикТок. Это, конечно, очень неприятно. Так вот, друзья, я нашел обычный, ну, самый простой, наверное, способ починить эту систему. Ну, в общем, и вот я заливал через, на самом деле, через сайт работает эта система, да, то есть вы спокойно можете залить все, что вам нужно, но с телефона вы не можете, к сожалению, залить, допустим, какой-то контент. Что для этого нужно? Для того, чтобы вот что-то, ну, чтобы заработал, наконец, в Крыму этот ТикТок. На мой взгляд, самый простой вариант, самый вот единственный вариант, который вот самый простой, действительно, это просто взять свой телефон. Насколько я понимаю, у вас же, если вы живете в Крыму, у вас, соответственно, крымские карты. Вся проблема в карте. То есть самое простое решение – это просто заменить карту, поставить на материковую. У меня второй телефон, в нем еще с моей поездки непосредственно в Москву осталась карта Теле2. У нее там абсолютно пусто все, то есть там ничего нет, денег нет на этой карте, но при этом все-таки карта является картой Теле2, как бы зарегистрирована в Москве, и, соответственно, наверное, каким-то образом они все-таки вычисляют именно по карте. Потому что вот только что я залил сегодняшнее с утра видео именно с телефона. Просто с одного... Ну, короче, смысл в том, что когда я включил свой этот телефон с картой... что у меня там, Теле2 получается, да? У меня ТикТок сразу зашел без всяческих проблем. И я вот залил вот такой вот сегодня видосик. Вот так вот. Замедляется. Ну, в общем, как бы я только начинаю, как бы подумываю, стоит возиться или нет, но смысл в том, что заработало, и, пожалуйста, вообще без проблем. Вот 7 минут назад, я сейчас, как вы видите, по времени сейчас 13:32, 10:06, только что я залил со своего телефона, и вот, пожалуйста, вот все работает, все отлично. Поэтому, ребят, если у вас есть, допустим, необходимость каким-то образом решить эту проблему, просто берите какую-то карточку другого региона России, кроме Крыма, либо какую-то вообще там другую карточку международную или что-то в этом роде, и у вас 100% все заработает. Ну, а за помощь прошу лайк этому видео, и как бы все на этом. Большое спасибо, что посмотрели. Всем удачи. Не забудьте подписаться. Всем пока. Хорошего настроения. Давайте, друзья.